Всем привет! Данный видеообзор подготовлен специально по заказу рыболовного интернет-магазина fmagazin.ru. На обзоре микроколебалочка от производителя Heraklis, называется она SBAM. Стандартная упаковка для данного производителя, вполне в принципе стандартная для микроколебалок, целлофановый пакетик, внутри картонное вложение с основной информацией по колебалочке и в принципе к нему же и крепится колебалочка. Давайте достанем. Посмотрим, данные приманки выпускаются в двух размерах. Это 1,3 грамма, которые представлены в данном случае на обзоре. Также есть более тяжелая колебалочка 2,3 грамма. На лицевой стороне мы видим, в принципе, информацию, которую я вам уже озвучил. Логотип фирмы, название приманки, развесовку. Ну и с обратной стороны есть адрес производства. Фирма данная позиционирует себя в Италии, но производство идет в Китае, и видно расцветку Luminous. Расцветка очень интересная. С лицевой стороны это такой перламутровый цвет в одном стиле, а внутри идет светонакопительная краска, которая очень интересно светится в темноте. Но, наверное, здесь этого не передашь, но действительно классно горит данная колебалочка в темное время суток. На сайте представлено 11 расцветок. Расцветки очень интересные, есть что-то наподобие с какими-то такими светящимися моментами, но, наверное, это самое в данном случае интересное. У меня микроколебалок с светонакопительным эффектом еще не было, и посмотрим, как это повлияет на поклевки хищника. В основном это же, конечно, форелевая арийная ловля, но микроколебалки и ловят всеми привычными нам пресноводного хищника. Щуку-окуня также. Это шикарная приманка для ловли головля, жереха и язя. Нередко на подобные приманки еще ловится и красноперочка. Поэтому для любителей ловли форели это основная приманка, но и подойдет, как я уже сказал, для ловли разнообразного другого хищника. Оснащен японским крючком, не указано какой фирмы. Крючок не имеет каких-то таких интересных изгибов, которые обычно ставят на микроколебалочки. Он довольно-таки прост, не имеет бородки, поэтому данный крючок подойдет для тех, кто ловит по принципу «поймал, отпусти», наносит наименьший вред рыбе, никак ее сильно не травмируя, но и удерживать именно на вываживании тоже он будет не так хорошо, как крючок с бородкой. Данный крючок имеет довольно-таки крупное ушко, крепится через заводное колечко. Заводное кольцо здесь плоское и имеет довольно-таки плотные витки. Вообще фурнитура очень классная. И удивительно, что даже когда заводили здесь колечко, его не сильно подразогнули, но немного повредили окраску. Но я думаю, что это не плачевно. С обратной стороны есть отверстие для крепления к застежке, либо для того, чтобы привязать колебалочку напрямую к шнуру. Здесь заводного кольца нам не дали, хотя обычно они идут с двумя заводными колечками. Очень качественная приманка. Цена, я думаю, плюс-минус характерна для форелевых микроколебалок, но качество очень и очень достойное. Поэтому, в принципе, могу смело рекомендовать данную модельку от Heraklis под названием SBAM. Ну, а на этом мой обзор подошел к концу. Всем спасибо за внимание. Пока!